Привет! Приятного погружения! Вот как начинается день, когда твоя мама директор пляжа. Спасите! Помощь прибыла! Не нужна мне ваша помощь. Я тону вон для того красавчика. Девушка в беде! Нил отважно спасает довольную утопающую. Здесь ты в безопасности. Вы отлично справились с ролью спасателя. Вот оплата за месяц. Вы приняты на работу, поздравляю! Это даже лучше, чем я мечтала. Ева плавает с новой игрушкой. Это Нил? Нужно привлечь его внимание. Помогите! Тону! Кто-то тонет! Бегу! Я спасу тебя, рыба! Души! Не сдавайся! Нил, это игрушечная рыба! Видишь? Шанс еще есть. Нил слишком увлекся разговором. Как привлечь его внимание? Придумала. Тону! На помощь! Нил, спаси мою дочь! Скорее! Сейчас я его поцелую. Но нет, этому не бывать. Плыви сюда! Здесь поцелуи запрещены. Мое новое правило. Это жестоко! Ай, поаккуратнее! Весь песок на мне. Серьезно? Что происходит? Да ладно. Ева в беде. На помощь! Сейчас я тебя откопаю. А, что это? Нил, про премию забудь! Мой любимый матрас Pop It. Лучшего антистресса просто не существует. О нет, я тону! Ух, плохой сон. Где мой любимый Pop It? Он меня успокоит. Нужно окунуться в море. Не пойду слишком далеко. Алло, доставка? Мне нужна морская вода. Трум-курьер уже на месте. Кто заказывал воду? Привет, ваш заказ прибыл. Свежайшая морская вода, получите. О, да, спасибо. То, что нужно. Кажется, я заснула. Сейчас освежусь в море. Ай, песок невыносимо горячий. Нил, на помощь! Я здесь. Песок раскален. Сейчас Нил придумал использовать Pop-It как пляжную дорожку. Это оказалось так увлекательно, что ребят не остановила даже морская вода. Должен заметить, вы самая красивая девушка на этом пляже. О, благодарю. Что за наглость? Убирайся. Но, мам! Ева, этот купальник слишком открытый. Ты быстро обгоришь. А вот так намного лучше. Твой коктейль и никаких парней. С этим металлоискателем я точно найду забытые пляжниками драгоценности. Ничего не выходит. Я неудачница. Детка, в чем дело? У меня не получается. Не плачь, милая. Придумала. Давай поищем там. Уверена, тебе повезет. Здесь тоже ничего. Как же так? Дай металлоискатель. Где моя сережка? Куда она исчезла? Что? Это моя серьга! Что сегодня на обед? Это вместо ножа и вилки. Грабли и лопатка? А вот ведерко с песком и формочки. Делать кулички я люблю. Хорошенько постучать и готово. Уже все приготовила? Моя ты умничка. Попробую кусочек. Это песок, мам. Ну да, песок из раскрошенного печенья. Может, и мне попробовать? Ммм, вкусно. И песочный коктейль на десерт.
Угощусь бесплатным коктейлем. Идея. Никто ведь не знает, что это бесплатно. Освежающий коктейль. О, спасибо. Не забудьте заплатить. Заплатить? Ну ладно. Ваш коктейль, спасибо. Привет, мам. Холодные коктейли. Спасибо, что без сдачи. Что? Ева, верни деньги. Ты наказана. Будешь чистить бассейн. Смешно? Отправляйся и помогай Еве, чтобы ей было не так скучно. Ты кидаешь, ты убираешь. Отлично. Ну вот, в животе урчит. И где еда? О, какой аппетитный сэндвич. Простите, на пляж со своей едой нельзя. Сэндвичи я забираю. Что? Как вкусно. Вы едите мой сэндвич? Смотреть запрещено. Хорошо быть дочерью директора пляжа. С днем рождения! А, спасибо, мама! Это песок. Надеюсь, тебе нравится. Песок? Год спустя. Ева, с днем рождения! Спасибо, мам! Снова песок? Поздравляю, доченька! Да уж. 2 года спустя. Что это? Сюрприз! С днем рождения! Скорее открывай! Нравится? Это снова песок! Да, а в нем жемчужное ожерелье. Тебе очень идет. Так вот, что было в предыдущих подарках. А я отдала песок котику. Браслет и кольцо нашлись. Главное, хорошенько вымыть руки. Нет ничего лучше моря, но этот песок все портит. Сейчас смою. Я никак не пройду к подстилке с чистыми ногами. Проблема? Песок мешает? Я помогу. Сейчас смою песок. Вперед к подстилке. Ева забыла пляжную подстилку. Это полотенце слишком маленькое. Нил выглядит довольно прочным. Из него вышел отличный шезлонг. Нил, опустись пониже. Идеально. Доченька, просыпайся. Ева, пора вставать. Проснись, наконец. Без громкоговорителя не обойтись. Ева, подъем! А-а-а! Я уже проснулась. Хватит сидеть в телефоне. Слезь со столешницы. Прекрати бездельничать. Я уже мою пол, довольна. Громкоговоритель – лучший воспитатель. Ева любит освежиться. Мне тоже нужен душ, я опаздываю. Мам, подожди. Ты еще не закончила? Одну минуту, Ева. Нужно ее поторопить. Теперь моя очередь. Остановись! Это не зубная паста, а солнцезащитный крем. Ясно, мам. И как я могла перепутать? Нужно вымыть руки. Пахнет подозрительно. Ну, конечно, это тоже солнцезащитный крем. Сегодня я не повторю вчерашнюю ошибку. Сразу нанесу крем на тело. Ева, ты все перепутала? Это паста. Чистит зубы. О, мама. Понравилось наше видео? Тогда напиши в комментариях, хотелось ли бы тебе, чтобы твоя мама была директором пляжа.
И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Трум-Трум.